Итак, а сейчас песня, которая отчасти продолжает тему Москвы в Ивантеевке. И посвящается она одному культовому музыканту 80-х-90-х годов, Анатолию Крупнову. У него была такая песня «Пельменная». А вот мой товарищ, соавтор Максим Байдаков, сочинил приквел в «Пельмены». То есть то, что как бы было до того, как вот, произошли события этой песни. До, предыстория. Отмена. Мы сидим в пельменной, выпили и снова разошлись. И уже не важно, что подумать страшно, что нам эта гребаная жизнь. Дальний полустанок вышел с позарана, как попал я в этот грибет. Нам уже не важно, что подумать страшно, что нам эта гребаная смерть. Который раз я вспоминаю вас, мои хорошие друзья. Который раз качается рассказ, но автора забыть нельзя. Завтра вдохновенно в этой же пельменной два подъезда будет бить Крупнов. И уже не страшно, что совсем не важно, с кем проснусь я утром без штанов. Мы видали всяко, штырились, однако ели и фрутюры, и паштет. Нам уже не важно, что подумать страшно, что нам этот гребаный каштет. Который раз я вспоминаю вас, мои хорошие друзья.